О других событиях в рубрике «Городовой» с новостями Ксения Лебедева. Приглашает в новый дом. Библиотека номер 7 переехала. Теперь учреждение располагается по адресу Карла Маркса, 12/1. Библиотека переместилась в просторное помещение бывшего дома учителя. Новая площадь почти 700 квадратных метров, на которых сотрудники учреждения обещают создать для читателей комфортные условия. С 1 ноября библиотека приняла своих первых читателей. Мы переехали в новое помещение, которое гораздо больше того, что было на Шишка-3. Читатели очень довольны, то, что площадей больше, стало легче обслуживать читателей, людям нравится, больше залов, больше литературы можно разместить, проще книжку найти в этих помещениях. На стеллажах размещается более 40 тысяч книжных томов. Для удобства гостей выделены специальные зоны, зал для досугового чтения и конференций, а также отраслевой литературы. А 14 ноября библиотека приглашает на праздник в честь Дня доброты. В мероприятии примут участие воспитанники Центра музыкального образования «Камертон». Молодежь за экологию и культуру. Областной форум под таким названием пройдет на этой неделе в Челябинске. Прислать заявки на участие можно до 13 ноября. Сам форум пройдет уже 15 ноября в Челябинском государственном университете. В нем может принять участие молодежь, представившая свои проекты в области экологии и культуры. Помимо обсуждения предложений запланированы мастер-классы и экскурсия по учебному заведению. Более подробная информация на сайте организаторов. Стань частью большого спортивного события. Стартовал набор волонтеров на этапы Кубка мира по сноуборду. Заявки принимаются до 16 ноября. Кубок пройдет в начале декабря на Банном. Здесь состоятся соревнования в дисциплинах параллельный слалом и слалом-гигант. Волонтеров приглашают для работы со зрителями и спортсменами, а также для помощи организаторам. Узнать подробности и оформить заявку можно в социальных сетях. Ксения Лебедева, Артур Узенбаев, информационная служба медиагруппы «Знак».